Туве проходят мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом. Ежегодно в марте по всему миру проходит месячник по предупреждению распространения туберкулеза. В течение месяца будут проводиться акции и разнообразные мероприятия на информирование населения о профилактике туберкулеза. А главное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух» пройдет 22 марта на Арбате. На площади будет расположена флюорографическая установка, где все могут пройти рентгенобследование. Отмечается снижение общей заболеваемости туберкулезом. В 2018 году заболело всего 447 человек, а в 2017 заболеваемость была 520 в абсолютных числах. По сравнению с прошлыми годами, самый высокий рост показателей по общей заболеваемости был в 2005 году. И с 2005 года отмечается незначительное снижение. На сегодня в Туве достаточно нововведений в борьбе с туберкулезом. Так, с прошлого года на базе республиканского тубдиспансера начали проводить операции, в частности, по внелегочной форме этой болезни. В последнее время у нас по отчетным данным 2018 года нелегочные формы туберкулеза у нас уменьшились по сравнению с прошлыми годами. По абсолютным цифрам, если так взять, в прошлых годах было 28 человек, если заболели, впервые выявленных больных, а в этом году у нас 23 человека. Туберкулез – это не стыдно, в один голос говорят врачи. Главное – раз в год проходить флюорографию, а на начальных стадиях его можно вылечить без последствий для больного. Развиваемся, продвигаем новые технологии, новые виды операций по легочным формам, например, внедряется метод клапанной бронхоблокации. Это проводится у нас только в Сибирском федеральном округе, Новосибирской НИИ проводится, и начали делать у нас. Но пока только начало, значит, два случая операции сделали. Эффект очень приличный. Полости распада закрываются. Положительная динамика наблюдается. По внелегочным формам мы проводим операции на позвоночниках, то есть при туберкулезном спондилите. Проводятся операции имплантантами, спондилодез имплантантами из никелит титана, пористым имплантантом. Это специальный такой пористый материал, который при внедрении, при спондилодезе, он обрастает костной тканью. Туберкулез передается через воздух в замкнутом непроветриваемом пространстве. То есть на улице, где происходит постоянная циркуляция воздуха, заразиться невозможно. Больной легочным туберкулезом, находящийся в закрытом помещении, при дыхании выделяет бактерии. И другой человек может их вдохнуть. Но это не грипп, и просто так заболеть туберкулезом нельзя. Должно сработать много факторов, чтобы процесс запустился. Внелегочный туберкулез вообще не заразен.